Что же нам делать? Твой отец мне верит. Так что придется поверить и тебе. И делать все, как я скажу. Я верну тебя домой. Ладно. Ладно, Леон. Так, ладно. Надо валить отсюда. Ну, блин. Он был новый. Лестницу. Я? Ладно. Как нам отсюда выбраться? Давай, ловлю. Эй, не бойся. Спасибо. Гнездо, орленок у меня. Поняла. Она цела? Да. Отлично, Кондор-1. Высылаю за вами вертолет. Отправила координаты места эвакуации. Доберись туда и любой ценой защищай орленка. Понял. Живи. Погода портится. Отбой. Здесь очень опасно. Будь рядом. Отойди. Так, встань за мной. Черт.
Не мешай мне! Встань за мной. О, боже! Да что с этими людьми? Ты хоть предупреждай меня! Все в норме, спасибо. У меня есть новинки, чужак. Тебе понравится. Привет. В продаже есть очень редкие вещи, чужак. Я продаю много отличных товаров, чужак. Драгоценности не пригодятся тебе в гробу. Спасибо. Приходи. Привет. Я обновил ассортимент. Славная сделка. Чем еще могу услужить? Попробуй-ка новое оружие, чужак. Вдруг оно спасет тебе жизнь.
куда ты это положишь? В карман? Оружие для ценителей. Славный выбор, чужак. Я продаю много отличных товаров, левое дело. Удивлен, да? Наше мастерство достойно такой реакции. Держи, попробуй. Ты только там не убейся. Привет. Что могу предложить? Нам все равно, рубины или рванина, разница лишь в цене, которую мы назначаем. Эй, давай отдохнем. Прости, но надо идти. Ясно. Про погоду Ханиган не врала. Пошли. Ага. Ты должна открыть оттуда проход. Ага. Спасибо. Thank you.
Этого просто не может быть. Как ты? Да вроде бы цела. Да блин. Ну-ка. Отойди. Не отходи. Ясно. Эшли. Слышь, хороший. Леон, нет! Цела? Да, в норме. Все. Я теперь точно простужусь. Сюда! В тот раз я... Да, я помню. Просто... это же твоя пропавшая сеньорита. У сеньорит есть имя, Эшли. А ты кто? Я Луис. Энкантадо. Класс. Все представились. А теперь... Кто ты такой? И что ты здесь делаешь? Хорошие вопросы, но к несчастью... Эшли, прячься. Раз так. Эй, помоги! Эшли, живо! Сюда! Лезь! Ну ладно. Сыграем. Состоит из чудовищ. Да. А теперь заткнись, пожалуйста. Расслабься, ковбой. Ты
Ну-ка. Эшли. Что? Что со мной такое?
Скажи, ты до этого уже кашляла кровью? Может, объяснишь? Такой кашель вызывает нечто под названием плага. Короче, вы видели тех людей, да? Вот внутри тебя такая же штука. Именно из-за нее они стали такими. Эти симптомы, которые у тебя проявились, лишь только начало. Я не хочу стать такой. Но все не так страшно. Пока что этого паразита, плагу, еще возможно удалить хирургическим путем. Нужны кое-какие знания, видите? И оборудование. Так ты тоже? Не бойтесь, у Луиса есть план. Но без доверия никак. Класс, значит, решено. И почему вопросы подождут, у нас мало времени. Почему ты решил помочь? Мне от этого легче, скажем так. Ладно, до связи. Привет! Сиги есть? Да, твои любимые. Где янтарь? К сожалению, он у меня не с собой. И ты должна сказать, какой... Я все-таки молодец. Ухитрился спрятать его прямо перед тем, как меня сцапали. И поэтому... Я все еще жив! Мне помнится... Мы должны были вытащить тебя в обмен на янтарь. Нет янтаря, нет защиты, Луис. Какая ты все-таки зануда, Ада. Ну ладно, сейчас схожу за ним. Мне как раз нужно достать еще кое-что. Это гнездо. Плохие новости, Кондор-1. Погода нелетная, поэтому вертолет до вас не доберется. Подождешь, пока буря пройдет? Нет, слишком опасно. Попробуем найти безопасное место. Мне жаль, но здесь я бессильна. Не волнуйся, если будет надо, доберемся вплавь. Кондор-1, конец связи. Идем. Что? Что со мной теперь будет? Для начала, давай просто выберемся отсюда. Да, ладно. Ты выполнил просьбу, да? Я по твоему лицу это вижу. Ты молодец, друг. В продаже есть очень редкие вещи, чужак. Мы любим разные травы. Они и лечат, и калечат. Они могут все. Доброго пути. Привет. Что могу предложить? Спасибо. Гарантирую, эти деньги отобьются с лихвой.
Драгославная сделка. А, дробовик что надо, друг. Превратит любого врага в кровавую кашу. Чем еще могу услужить? Если хочешь остаться в живых, улучшай свое снаряжение. Приходи в любое время. Дела не ахти. У нас гости. Идем дальше. Не шуми. Ясно? Ладно. Я постараюсь. Идем на пролом. Как ты? Вроде бы цела. Препарата! Гости. Идем дальше. Не шуми. Ясно? Ладно. Я постараюсь. Идем на пролом. Все прут и прут. Ну-ка.
А тут тихо. Что ж, осмотримся. Готов. Жди. Что? Сейчас. Все-таки я одна люблю. Thank you.
цела? Да, все в порядке. Вроде бы. Ты молодчина. Умеешь сбегать от стрёмных мужиков. Это у тебя комплименты такие? Ладно, идем. Идем. Слушай, он ищет тебя. Если снова его встретим, беги. А как же ты? Сделаю, что должен. О, пора идти дальше. Привет. Итак, чем я могу тебе помочь? Готов купить славно. Ходи в любой. Привет. Регулярный уход и забота. Без этого никак. Спасибо. Что, это все? О, друг, что может быть приятнее, чем переделать оружие под себя? Держи, попробуй. Такой специалист, как ты. Итак, ты только там не убейся. Страшно.
Откажись от бесплодной борьбы. Доверь свое тело воле нашего Бога. Херовый ты проповедник, если честно. О, великий владыка, дай мне силы сокрушить твоих недругов. Твою ж мать. Эшли, беги! Поняла! Останови меня. Боже, благодарю тебя за твой дар. Живи уродом. Уродом и сдохнешь. А, ты тоже из этих тварей? Пускай клешни. Дитя.
Спасибо. Спасибо. Пожар привлечет их внимание. Надо уходить. Леон, скажи, что я не стану такой, как они. Я этого не допущу. Клянусь. Происходит. Ну, по крайней мере, теперь нас не догонит. Идем. Идем.